Там еще три. Да. Откуда у них вот такие богатства? Война ведь. Вот именно война. Вещи без хозяев. Гнида. Странно, что ничего не взяли. Тут ведь и искать толком не надо. Только ткни и посыплется. Они сюда не грабить шли. Это нам послание. Показывает, кто в городе хозяин. Давайте, грузите все это. Угу. В отделении на опись. Федорченко, помогай! Я в лес. Посмотри все при свете. Галина. Надо предупредить врачей, кто по городу, кто по окрестностям. Если обратится человек с пулевым ранением в спину в этой области, давай. Пусть немедленно сообщает нам. Понял. А вы-то в отделение не едете, что ли? Буду позже. Надо одну старую знакомую навестить. Ты, Галь, извини, чая-то у меня нету. Вот, морковку завариваю. Да ты же понимаешь, что я не за этим. Да ты не сомневайся. Я все поняла. Сунется, кто я сразу тебе сообщу. Хотя кто ко мне сунется? Какой я доктор? Ко мне лет 100 уже никто не Валь, приходит. Да не ломай комедию-то. Я ж тебя знаю. Галь, ты чего? Я уже лет 10 такими делами не занимаюсь, ну? Ну, руки-то помнят. Ну, руки, может, помнят. Для своих. Как сыночек поживает? Хороший парень? Нормальный. Вот. А ты не хотела. Матери скажи спасибо. Упокой, Господь, ее душу. Моя семья тебя не касается. Все. Работаем. Баба Валь, помоги. Топай отсюда. Тебя вон милиция всюду разыскивает. Не впутывай меня, не хочу. Я тебе денег заплачу. 5000. Когда деньги принесешь, тогда и поговорим. А пока я тебя не видела. Понял? Иди давай. И пушкой своей тут не размахивай. Опуганная, я видала. Шуруй. Сволочь ты. И за новокаин спасибо, скажи. Ну-ка, милая, в соседней комнатке подожди. Давай, давай, давай. Ну что, рожать скоро? Скоро. Сделали? На балке подвесили. Это хорошо. Только я вот только не понял, кого из вас двоих ранил-то? Чего? Чего-чего? По всему городу оповещение. Если, дескать, товарищ с пулевым ранением задявится, заявить милицию. Кипишуют.
деятельность показывают. На пустом месте кипишуют, да не. Там тоже не дураки в милиции-то, а, Илья? Да ты не бойся. Рассказывай, как было. Штаны снять? Штаны не надо. А то я могу. Иди Кирюшу допрашивай. Пусть тоже раздевается. Уже раздевался. Ну все, ко мне вопросов нет? Пока нет. Егор, нам действовать надо. Две гниды с деньгами остались. Не торопись. Гниды от нас никуда не денутся. Я тут новое дело задумал, большое. Когда? Где? Не суетись. Дай ментам успокоиться, а там и мы свое возьмем. У нас какое-то свое, как не свое. Это как? Только ты знаешь, где схрон находится. Ну-ка, ну-ка, давай. Говори, что случилось. А ничего не случилось. Просто несправедливо. Что значит несправедливо? Илюх, мы же договаривались. А ну что, безопаснее, война закончится, все, поделим. Или тебе прямо сейчас надо? Так ты скажи, объясни, я выслушаю. А что объяснять? У меня Лизка вот-вот родит. Время придет, тогда выдам. Сейчас потопали. Я с Лизкой еще 5 минут посижу. Дела семейные. Лиз! Иди отдаю мужика от моего. Илья! Илья! Тихо, тихо, тихо. Бери простынку, тащи водку. И перевязывай туго-туго. Илья, тебе к врачу надо. Ни в коем разе. Илья, на комбинате как? Давай я за Егором сбегаю. Не вздумай. Он меня первым раз в ход пустит. Но Егор же тебя любит. Да какая разница, любит, не любит. Через меня всю банду поймать могут. Илюш, меня пожалей. Вчера же только Колю сгоронили, Илюш. Да не плачь, царапина. Стой. Илья! Подожди. Подожди. Мне опаздывать нельзя. Я быстро. Ночью банда человека повесила. Одного из них я подстрелила. Метко? Да не очень. Ушел. Но крови потерял прилично. Спину ранило. Поэтому ты там на комбинате присмотрись. Ну, кто от работы отлынивает или просто не появляется. Тебе стукач, что ли, нужно? Так и скажи. Помощь закону – долг любого советского гражданина. Хорошо, помогу. У тебя все? Ты что, выпил? Нет. Заболел, что ли? Дай пощупаю. Не выспался. Так ты поглядывай, слышишь? В оба буду смотреть. Товарищ начальник, разрешите идти? Возьми шкаф. Советским гражданам опаздывать на комбинат не разрешается. Какой же ты все-таки у меня... Иди. Тормози. Выстраиваемся цепью, дистанция 3 метра, не меньше. Внимательно смотрим под ноги. А что ищем-то, Николай Михайлович? Любые следы людского пребывания. Может, костерок где был или мусор остался. Хотелось бы, значит, действовать по-другому, но зацепок у следствия никаких. Двинули, двинули, товарищи. Двинули. Нашла чего? Да не боись своей. Мы же вроде договорились с цепочкой.
Ну, ты, значит, мой заместитель, считаю, в одном звене будем. Понятно. Николай Михайлович, вам не кажется, что жертв бандиты особенных выбирали? Ну, а что в них особенного? Не знаю, ну что у Маликова, что у торгаша, марки водились в большом количестве. Откуда? Промышляли на чужих страданиях. Может, фашистские пособники? За доносы немцы же марками платили. Может быть, может быть. И что выходит? Да выходит, порешили их правильно. Нет, Николай Михайлович. Выходит, что мы с вами не знаем, кто чем во время оккупации промышлял, кто сотрудничал. А бандиты знают. Может, они сами, значит, из этих, кто сотрудничал? Выходит, что бандиты бандитов грабят? Правильно? Красота. Только немецкая рация всю эту красоту портит. Допустим, заслали диверсанта. Допустим, этот диверсант Бондюков знает. Допустим, это как-то связано, но... Галь, слишком много. Допустим, зацепка нужна. Хотя бы одна, но значит верная. Вот, например, смотри, Грязев целый день с тебя глаз не сводит. Какой, значит, вывод? Влюбился. Ай, дурак. А что? У нас личная жизнь, между прочим, не запрещена. Я сама себе личную жизнь запретила до окончания войны. Может, ты из-за вчерашней свяжешься? Давайте о сегодняшнем дне думать, Николай Михайлович. А что вчера было-то? Ничего, проехали. Работаем! Грязев, работаем, работаем. Ничего не видел, ничего не слышал. Говорю же. Может, дочь ваша что видала? Ничего она не видела. Догоню. Куришь? Курю. Свои курю. Я ему ничего не рассказывала, потому что он боится. А я кое-что знаю. В Наречке были? Каждую ночь, часов в 11-12, там ходит женщина. Сначала идет в одну сторону, потом в другую. Так вот туда она идет с узелком, а возвращается без него. Понимаете? Каждую ночь. Что за женщина? Не знаю, мне отсюда не видно. А ближе он не дает подойти. Но я помогла вам. Я думаю, что помогли. Еще вопрос. Твой отец. Чего он боится? Ну, он мне не отец. Он хороший. Вы его не трогайте. Он меня от немцев спас. Воспользовался? Почему? Я его люблю. Он тебя насильно здесь удерживает? Ничего не отвечай, просто кивни и все. Ты что, дура, что ли? Все у меня хорошо. Надоест, сама убегу. Ночью. Работаем, Николай Михайлович. Есть зацепка.
Вставай, гнида. Сам все знаешь. Свет зажгу. Мне пса не видно. Сейчас. Всем оставаться на местах! Милиция! Двигай отсюда. Руки подними. Руки поднял.
Давай! Кто ушел? Ну, кто? Я не знаю, как сказать. Ну, наш немец, кто? Наш. Ты знаешь, что бывает за нарушение комендантского часа? Миленькие, в оккупацию сошлись. Его деревню сожгли вроде. Он тут поселился. Поймите, на жалость взял. Я ему сначала передачки носила, а теперь убить грозился, если я ему до Курска добраться не помогу. Ваша правда, Вставай. Говорит. Так увидите, расположено. Ну, пойдем, расскажешь. Вставай, живее. Работаем! Руки выше, говорю. Держи. Опаньки. Вот, я посмотрела, там Держи следов. Ее, Юра. Следов в лесу нет, в трубе нет. Вот, пожалуйста. А он там под палатем прячется. Ну, рассказывай, кто такой? Так а что тут? Ксюша, вам и так уже всю подноготную. Родную деревню сожгли. Ну, слыхали, наверное, Захаровка? Слыхали, слыхали. Ни одного дома целым не оставили, сволочи. А ты, значит, что? Мне-то повезло. Не было меня дома. Но потом... Потом в лесу прятался. От кого? Так от немцев. А сейчас от кого? Немцев 2 месяца как выбили. Не скули! Так идти-то все равно некуда. И документов опять же нету. Сгорели. А, понятно. И поэтому баба ради тебя по ночам шастает, комендантский час нарушает. Пошли. Подождите, подождите. Я вам могу кое-что показать. Важное очень. Если вы меня отпустите. Важное? Да. Я кое-что видел в лесу. И начальство вас похвалит. Большое дело сделаете. Только надо бы вначале договориться. А, договориться? А? Ну, хорошо. А отведи-ка барышню в дом. Не трогайте его! Не ори! Не трогайте Важно, его! Важно, говоришь, да? Не трогайте И начальство похвалит. Это хорошо. Будем договариваться. Ну что, договорились? М? Договорились? Договорились. Паш, по-моему, по твоей части. Ну, рассказывай. Что и когда ты видел? Недавно бомбежка была. 7 дней назад. Один бомбер над лесом прошел, скинул 3 бомбы. Потом из него парашютист спрыгнул. Я подобрался поближе, но увидел, как он складывал парашют. Как он выглядел? Ну, высокий, волосы темные. Да ночью было дело, плохо видно-то. Одет как? Как гражданский. Картуз, плащ. Спрятал парашют, да пошел. Что, Паш, немецкий? Так точно. Новый. Я такие и не встречал. Куда он пошел? Да не знаю. Я в дом вернулся. Было у него что-нибудь? Или с пустыми руками? Да. Сумка была. Вот такая. Рация. А тише. Тише, 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 тише. Тише. Оп. Все. Вот так вот. Давай-ка сюда ко мне. Во-во-во-во-во-во-во. Вот так. На, вот, надень. А то вон в кровище все. И рану в чистоте держи. Не приходи сюда больше. Швы снимите сами, 5 дней. Понял? А если за деньги? Все? Считай. Баба Валь, мне даже интересно. 5. Много накопил-то? Ай. На. Может, у тебя тут где-то ничок есть? 45. А? 40, 45, 50. В стенке или под полом? Ты давай иди отсюда. Обычно-то я знаю под полом. Иди, говорю. Ты уж в следующий раз прячь получше.
Из 40-й дивизии он выбыл по ранению, а обратно его вроде как 25-ю определили. Я отправила запрос, жду. Выгружай, Юр. Гляньте, Кострова ведут. Смотри, это Кострова. Это кто? Это Кострова. Ах ты, сволочь, гадина, сволочь, садюга, поганая гадина. Гражданочка! Сдохни, сволочь, полицай, поганый! Гражданочка, тихо! Ну-ка, успокоились! Тихо! Успокоились! Остынь! Тихо! Кто он? Полицай он! И подстилка вот его! Да он убийца! У меня из-за него сын! Тихо! Идите в отделение, сейчас все запишем! Все! Идем записывать показания! Иди сюда! Так, дуй к Фролову! Расскажешь про парашют и про этого! Вперед! Видал, Сереж, улов! Полицай! Настоящий, недостреленный! У нас тут тоже улов. Все. Ночью патруль взял. Новый труп. Взяли, да не того. Настоящий убийца, как нож сквозь масло прошел. Вот здесь распишитесь, пожалуйста. Угу. Все, спасибо, уважаемая. Можете идти. Нет. Я хочу послушать, как эта гнида изворачиваться будет. Идите. Юра! Сдохнешь, собака. Проводи гражданку. Все равно сдохнешь. Сдохнешь, собака. Прошу, прошу. Сводки проверили? Показания про бомбардировщик сходятся? Товарищ майор, разрешите? Был налет, и действительно, один бомбардировщик над лесом бомбы скинул. Это правда странно. Зачем над лесом-то бомбить? А зону выставки защищал. Гражданина Кострова мы забираем для дальнейших допросов. Как это забираете? Куда? Мы сами Кострова допросим. Да, Николай Михайлович? Ну да. Ну вот, Захарова, с ней работайте. Я слышал, ночью опять нападение было, и опять преступник ушел. Да, если бы мне не пришлось полотделение в лес тащить. Полотделение в лес за одним человеком не очень-то эффективно. Я настаиваю, чтобы Кострова допрашивали мы. Есть версия, что банда связана с полицаями. И он наверняка что-нибудь знает. Если мы что-нибудь выясним по вашему вопросу, мы обязательно вам доложим, товарищ капитан. Уводите. Хорошо. Стой. Матвеев связан как-то с немцами? Все, Галя, Галя. Егор, Галя. Матвеев связан как-то с немцами? Галя. А ну, расступись. У нас вопрос. Задавайте. Что вы с ним сделаете? Да. Допросим. А потом? А потом да, будем судить по советским законам. А если не заслуживает он советских законов? Майор, да как же так-то, а? Да, идите, я вам по да как же так-то? Да ведь туда и не заводи. Поехали. Ну что, Захарова, что ты нам про своего сожителя расскажешь? Во время оккупации сошлись. Он приходил ко мне 2-3 раза в неделю. Еду носил, заботился. Еще что? Потом я к нему ходила. Заботилась. Еще, еще. Поймите, я ведь ничего такого. Я ведь так только. Я ведь только по-бабски, товарищ милиционер. Я ведь ничего такого, я ведь только по-бабски. Грязев. Товарищ милиционер. Запри ее где-нибудь. Пожалуйста, товарищ милиционер. Товарищи милиционеры. Товарищи. Я ведь только по-бабски, товарищи милиционеры. Николай Михайлович, ну что? Да без толку это все. Не знает она ничего. Я смотрю, Илюш, не выспался сегодня, да? Не спалось. Лента, Кострова взяли. Чё ты мне не договариваешь, а? Второй день как тихо. Да, Лиск, понимаешь, мы чуть ложимся спать, это в животе пинаться начинает. Понимаешь, как только ночь, этому не спится. На сын поди будет, да? Да. Ну ладно. В лесу Кострова взяли. Когда? Ночью. Сначала в милицию отвезли, потом НКВД шли, забрали. Да, плохо дело. Начнет болтать, все посыпется, и мы с ним заодно. После смены задержимся. Угу.
Кострова надо убрать. После смены не расходимся. И не спать. Ты мне сегодня нужен. Да, судя по всему, много денег-то было. Да тут мелочь одна. Да здесь тоже мелочь. Солдаты уверены, что подстрелили одного. Галина Захаровна, может, ранили? Ух ты. Это мой. Рана здесь. Карточки, документы. Ранен, а мы до сих пор найти не можем. Дырку-то на мне не просверлил, летчик. Так, Юрок, что там? Пусто. Юр, заканчивай здесь. Опишите здесь, деньги соберите. Князев, за мной. Возвращается память. Давай, описывай. Все по порядку, все эпизоды. Кого арестовали? У кого имущество изымали? Кого расстрелял? Я под пули не подводил. Тогда пиши, кто подводил. Вон, на улице Свободы, в 9-м доме, весь подъезд вывели и расстреляли к чертовой матери. И никто не знает, за что и почему. Пиши все, что знаешь. Пиши давай. Может, что-то и знаю. Давай, давай, пиши. Раскаяние навсегда на пользу. Пиши давай. Почему пропустили? Прорвались. Чего вам, товарищи? Что-то важное хотите сообщить? Ну вот он я, вышел к вам. Вопросы есть? Есть! Задавайте, только по одному. Полицай у вас! Выводи полицая! Выводи! Тихо! Выводи! А ну тихо! Тихо! Тихо, товарищ! Идет работа! Тихо, говорю! Видеть хотим фашиста! Ладно, выводи. Давай! Выводи! Я пошел. Давай! Смотрите. Свидетельство об освобождении от воинской обязанности, выдано госпиталем. Все нормально. Да, теперь понюхайте. Чего? Понюхайте, понюхайте. Чернил свежий. А по дате выдано 2 года назад. Подделка, Николай Михайлович, Извините. Я понимаю, не зацепка, конечно, но все-таки, тем не менее. Захарова уже допросили? Да допросили, ничего не знает, плачет только. Разрешите, я с ним поговорю? Ну, сказать, по-женски. Ты по-женски? Ну, попробуй. Давай. Смотри только, чтобы она потом заикаться не начала. Отпустите меня, пожалуйста. Я хочу знать, кто были его товарищи. Я все рассказала. Те, кого я знала, с немцами ушли. А кто не ушел, тех наши расстреляли. А сейчас вот, после оккупации, он тебя никому не посылал? Нет. То есть ни детей у него, ни родственников? Нету никого. Где он живет? Квартира по какому адресу? Нету квартиры. А что с квартирой-то? К
когда немцы отступали, дом подорвали. Так не вой. Ладно. Начнем сначала. Давно он в лесу прятался? После того, как наши город взяли, он ко мне пришел ночью. И? Еле на ногах держался. 2 недели в болоте просидел. Даже по лесу боялся ходить. Но я про сруб заброшенный знала. Я отвела его туда, спрятала. И что? И все. Кормила. Иногда стирала. Он никуда не отлучался? Нет. Никуда-никуда? Никуда-никуда. Хотя... Хуже ты ему уже не сделаешь. Несколько дней назад он сказал, что он ждет документы. Поддельные. А кто ему их достанет, не сказал. Я даже решила, что заговаривается. Деньги ты ему давала? Нет. Когда про документы сказал? 5 дней назад. Да, 5 дней назад. Молодец. А что теперь со мной будет? Николай Михайлович, надо срочно идти к Фролову. Костров поддельные документы ждал. Надо срочно выяснить, кто их должен был изготовить. Для сегодняшнего покойника тот же мастер мог стараться. Ну а сколько у нас мастеров-то может быть в городе? Баба про документы сказала. Ну а нет оснований ей не верить. Заметьте, денег у них нет, а документы Кострову сразу согласились править. А? Значит, он не только знает личного фальсификатора, но и компромат у него имеет какой-то. Паш, а к Фролову Кострову забирать составишь компанию? Готов. Молодец. Да, да, все-таки мы его изловили. А как? Товарищи! Товарищи! Убийца! Ведь допрашивать будут! Разговаривать, как с человеком! Преступник будет наказан по закону военного времени! Я вам обещаю! Это что, так выкрутиться будет, да? Обещаю! Выживет! Нет! Смерть его! Уводи его! Сволочь фашистская! А ну стой! А ну стоять! А ну разойдись! Разойдись, говорю! Разойдись! Отойди дорогу! Стоять! Все, уходим, уходим. Идем. Гад. Ну? Кто останется на площади через 5 минут, будет арестован. Унести. Матвеев, народ подбил. Значит, боится. И правильно, я не отступлюсь. Каждую квартиру посмотрю. Тот, кто поддельные документы клепает, тот ключ ко всему. И я его найду. Ишь ты, раскраснелась. Да я так. Не выспалась. Золото ты, Галя, а не заместитель. Ой, ладно. Сядь. Чё? Признание есть, значит. Смотрел я тут, как ты правду матку Фролову рубишь. И пришло ко мне понимание. Нравишься ты мне? Нравлюсь. Крепко нравишься. Интересен с такой. Николай Михайлович, я вроде говорила, что за рог дала. До конца войны. Ну, ты дала. Я не давал. Переиграем. Тоскливо одному.
Вот и довольно. Может быть, потом? Галя? 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 Галя, Галя, послушай, Галя, ты, елки-моталки, ты правильно все говоришь, война, каждый день последний может быть, Галя, так что же откладывать-то, а? Что там с тобой откладывать-то, Галя? Ну, Галя, ну, мы же, я могу быть ласковым, я ласковым могу быть, Галя, ты даже не я знаешь, прошу, Галя, ты пусти, ты! Галя, ну, Галя, ну, ну, что ж там, Илюша, пошел Илюша, отсюда! Илюша, осторожно, ну что? Чего тебе надо? Да уйди, я сказал! Остыньте! Николай Михайлович! Да ты что, как вот петух это? Петух, да, я не знаю. Угомонись! Ты что делаешь-то? Тихо. Все. Как ты? Вот наша сын. Покажи. Да нормально, подых. Ну вас к черту. Значит так, Семенова. Завтра. Подробный отчет мне. Да не трогай меня! По поводу всех своих домыслов. И давай результат. Я же специально. До конца войны, как же. Дура! Вот твой бешеный, а? Ты как, мам? О, с пылу с жару. Держи. Да куда ты руками-то хватаешь? Вилка же есть. Давай. Да это, мать, на НКВДшников взъелась. Костров сволочь был. Казнили правильно. Может быть. Но прежде надо было допросить, как положено. Тогда, может быть, мы узнали. Чего узнали бы? А, не доверяешь? Ну, это понятно. Есть ниточка. Куда приведет, не знаю. Кто-то в городе липовые документы делает. Костров знал. И мы должны узнать. И что, если узнаете? Ничего, может, и ничего. Как маленький. Спасибо, что вступился. Для меня это важно. Ну, не смотрели же, как он тебя лапает. Ты куда? Риск переживает, когда задерживаюсь. Понял? Понимаю. Стой. Ты заходи к нам. Еще поговорим. Договорились? Держи. Мы же с ним на удовольствии. Нам и так хватает. Все взял. Давай. Илюха. Открывай! Открывай, говорю! Принимай, значит, заявление! Нету сил моих больше! Там должен быть фашистов! Тушить, суку эту, за жену! За сына, а я тут! Так, монета в архив. Mm-hmm. Готова. Ага. Так, хорошо. Вот она. О! Тетя Нин, ваш опять буянит под дверями комендатуры. Соберете? Конечно. Так, маме привет. Передам. Спасибо, Антош. Максимка просил, бабка. Бабка, на лошадке, потом, успеем. Сынок.
срок не успели. Прости, прости, сынок. Прости, сынок, прости. Сидим, а? Все. Что? Все? Вот и все, посидел и пошли. Просил Максимка на лошадке покататься. Сейчас покатаемся. Все, папка не покатает больше на лошадке. На лошадке. О, господи. Да ну что ж ты, куда идешь, хороший? Тихо, тихо. Подождите. Стойте, стойте. Я все, архивы я все пересмотрела. Все. К черту работу. Сел. Да? Да. Ну, правильно. Не проработаю сейчас. Ты с подругой поговори своей. Слышь, поговори. С какой что? Подругой? С Галей. Почему с Галей? Ты скажи, что я ж не как сегодня, что я серьезный, я ж... А... Я ж по-настоящему не как сейчас, я... А что, что сегодня? Был я у вас. Хорошая ты баба. А, ладно. Фляжка где моя? Солдат! Фляжка где моя? Да куда ты? Э! Где моя? Иди сюда, вот фляжка твоя, где вот. Фляж? Вот фляжка идем. А? Вот фляжка, ты идешь. Все, идем. Я идем, фляжка. Идем, все. Идем. Фляжка идет, мы идем, а? Все. Ну, что сказала? Мать все знает, что Костов документы ждал. Ага. Теперь будет искать, кто их выправляет. А-а-а. Ну так что, мы действуем? Нет. Все равно сразу не сыщет, а нам тоже нужно. Ты и только к матери-то ходи. Ходи, а то момент прощелкаешь. Егор, я не прощелкаю. Ну-ну. Лиза, что? Вон отошли! Лиза! Давай, вон отошли! Тихо-тихо! Господи! Лиза! Лиза, прости меня!